15 промышленных предприятий Хабаровского края участвуют в национальном проекте «Производительность труда». Программа была запущена в прошлом году. В качестве пилотных площадок выступили Хабаровский судостроительный завод и «Далинэнергомаш». Как говорят руководители предприятий, за 8 месяцев работы с кураторами и тренерами нацпроекта удалось снизить производственные издержки, ускорить выпуск продукции. Теперь этот опыт нужно масштабировать. Предполагается, что в национальный проект до 2024 года войдут уже 59 предприятий Хабаровского края. По мнению представителей, сейчас программа обрела новую актуальность. В условиях санкций производителям, помимо снижения внутренних издержек, нужно думать и о внешних факторах. Оптимизировать или организовать новые логистические связи, найти новых поставщиков и покупателей. Предприятия реально увидели, что методом картирования каждого этапа, да, каждого шажка производственного процесса, но внутри предприятия, дает вот такой эффект. Сейчас ситуация сдвигает нас вовне, в процессы, которые происходят с поставками, в работе с контрагентами, в отгрузке продукции.